Мы из Херсона, мы Мясопотамия, мы готовим вкусное копченое домашнее мясо, рецепт, у которого больше 80 лет уже, это то, что мы знаем. Ну, дедушка передал рецепт еще лет 80. Я знаю, что ему лет 80, может больше. Соус домашний, и мы... Все готовим сами, своими руками. Мы решили, домашних мы своих накормили и хотели херсонцев еще порадовать. Люди забыли, наверное, вкус настоящего копчения. Они привыкли к магазинному, к тому, что есть. Они забыли, что такое настоящее на дыму, на дрова, которые рубились ночами, готовились к фесту. Все привыкли к шашлыку и, наверное, уже немножко отходят от шашлыков. Они хотят что-то новенького, но мясо. Стейки надоели, шашлыки надоели, шашлык там. Коптильню я еще не видел в Херсоне, и я понял, что нужно ставить коптильню сюда. Очень радует, что формат фестиваля находит очень много, ну, как бы отзывчивости, да, у людей и проектов. Практически нет проектов, которые бы сказали, нам это неинтересно. Да? То есть туризм, культура, отдых и все это приправленное колоритом, оно всем интересно. И все стремятся себя показать. То есть фестиваль явился такой платформой обмена эмоциями. И нас это очень радует. Это такое детище, которое теперь развивается и живет своей жизнью. А мы только направляем его так чуть-чуть, аккуратненько, и наблюдаем за этим. Безумно интересный процесс. Первый фестиваль был 60 участников, ну, порядка 60, да? Сейчас крепко за сотню. То есть 145, ну, последняя цифра, которую я слышал от ребят, которые занимались участниками, да, я думаю, что она уже выше. То есть в этот раз только рестораторов 45. А еще, ну, хендмейдеров, поделочников и артистов, ну, то есть, как бы, это такой комок, который теперь все время обволакивается и растет. Подобається мені, і фестиваль подобається, ви знаєте, він сьогодні дійсно, от я прийшов, я порівнянні з минулим разом, вони приростають, вони більш потужні, асортимент більший і людей більше. Я тільки що з Суворова, хочу сказати, там людей набагато менше, ніж тут. Мабуть, обрали серед тих заходів, які сьогодні проводяться, саме цей фестиваль. Він набуває популярності, і мені це дуже приємно. Це продукт із Греції. Грецький настоящий продукт. Оливки, маслини, бацкавей, без ГМО, без консервант. Оливка і масло перше холодне на землі прямо із Греції, яке робить мій брат і мій кум на остров Крит. У нас є маленькі плантації. А ще ми представимо грецькі кухні. Скоро буде скумбрія по-грецьки. Грецький салат настоящий. Что можем рекламировать от моя родина, потому что я грек. Сделаю здесь. В палатах намного больше, людей намного больше, конечно, все-таки день города, столько много разных вкусностей, которые хочется попробовать. К сожалению, немного цены кусаются, конечно, это минус. А так, в принципе, все очень здорово, мне понравилось. Очень красиво, ожидали, конечно, что все не так будет, круто и классно. Разбегаются глаза, не знаешь, куда смотреть. Хочется и туда, во все стороны.